идем в разведку, пробиваем один очень интересный ручей. Старый дзот. Сейчас пойдем с Калином в разведочку туда. Посмотрим, что там есть. Смотрите, уже есть клещи. Заговорил про скифов. И вот вам, пожалуйста. В общем, лес интересный, что вам сказать. Зацепились здесь чуть-чуть с краю. Сильно далеко не ходили пока не. Друзья, смотрите, какой здесь лес поваленный. И это не тунгусский метеорит здесь упал. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Всем привет! Вы на канале «В поисках золота EA». У нас очередная экспедиция. Выбрались мы в разведку в лес. Пока доехали по полю, грязи намесили. В общем, что у нас сегодня? Идем в разведку, пробиваем один очень интересный ручей, который в реку впадает. И, в общем, надеемся на какие-то находочки. Загадывать особо не будем, посмотрим, что как получится. В общем, двигаться нам вот туда вот, идти метров 700. Чуть позже к нам еще присоединится группа комрадов. Денька подъедет. Деня, тебе огромный привет. Мы тебя ждем. Рации настроили на 7-й канал. В общем, будешь в лесу, сразу нам маяч. Я тебе на вайбер напишу, скину точку, где мы припарковались. Ладно, друзья, а мы отправляемся в путь. Будем на месте, я вам обрисую картину. Друзья, продвигаемся к точке поиска. И смотрите, что мы тут в лесу обнаружили. Старый дзот. Сейчас пойдем с Калином в разведочку туда. Посмотрим, что там есть. Фонарик взял с собой. Смотрите, какой укреп. Тут сразу под ногами дыра. Сейчас залезем как-то сюда. Сразу вот там. Я вижу. Это второй этаж, там есть лестница. Там второй этаж еще под землю уходит. Смотрите. Там третий нету, я не вижу этого. Может, он в другом месте спуск. Вон скелет лежит. Я видел, собака какая-то. Смотрите, что там медведь не сидел. Смотрите, друзья, что тут Колян вниз полез. Там еще один этаж затоплен, Колян. Затопленный, да. О, так есть где понырять, Сергей. Есть где понырять? Да, да. Красавчик. А, так тут еще не затопленный есть. Есть не затопленный? Ну да. Там не тупо. Сейчас я вниз спущусь. Андрюха, подержи камеру, пожалуйста. Подержи, она снимает. Я надеюсь, я тут. Я, конечно, не трейсер. Давай. Коляныч, возьми камеру. Спуск оператора в шахту. Друзья, смотрите, какое тут. Это, наверное, колодец был. Значит, тут еще
Потому что следующая секция, вторая, не затоплена. Вниз идет затопленная еще один этаж. Я думаю, это колодец, там не затопленный. Так, смотрим. Что здесь у нас? Есть скелеты какие-то. Смотри, вот это по соседству. Ага. И не затопленный, то колодец, там у меня специально вода. Вот еще туда. Один этаж. Наверное, там вода, да, может техническая какая-то. Ну колодец, чтобы ее попить. А смотри, какая глубина тут еще есть. Здесь смотри какие-то. Идем дальше, друзья. Тут непонятно, что это было, но слишком оно глубокое. На что-то кинуть туда. Наверное, не телефон только. Смотри, какая глубина. Есть какой-то камень. Вон досочку кинь. Вот это. Что туда ничего не упало только. Да, если. Ебать! Нихера себе! Слушай, ну там метров 30, наверное, железно. Может даже глубже. Интересно, что это было? С какая глубина, реально? Я думал, что это скважину они, наверное, здесь бурили, чтобы как-то воду... Ну как долго летело, да? Ну они ж тут должны быть автономные, знаешь. Ну, да. Независимые. Тут можно было воевать и воевать. Надо, чтобы телефон туда не упал. Здесь тупик, да? А вон отдушина идет, вентиляция заваленная. Здесь а нет, смотри, она там свет, видишь? Вентиляция рабочая, кстати. Угу. Тут бы хороший погреб получился для вина. Правда? Да. Вот какие-то отверстия. Да, все такое железобетонное, монолитное. И вон вентиляция. И это вот наверх выходит еще, смотри. Хочу его туда запустить. Не, это был мурованный брус. Видишь? Запускай его туда, Колян. Клеенный брус был. Колян, запускай его в трубу. Пролезет? Ну конечно, стоит. Давай. Сейчас. Считай. Раз, два. Не, ну не меньше, он... чем мы думали. Метров 10. Вот еще косточка среди какая здоровая. Хребет. Ага. А вот и еще. Вон ребро какое-то или что это? Сейчас тут какая-то собака сдохла, наверное. Так, Андрюха, не упади только в яму. Аккуратно. Скелет. Еще один этаж вниз. А, двери крепились на таких болтах. Здесь дверь была неплохая такая. Да, такие остались. Швеллера такие, рельсы лежат. Идем дальше. Давай сюда залезем. Что здесь? Хорошо. Слушай, откуда они стреляли? Сверху, да? Да. Не, ну вот с кости огромная, капец. Я бы там никакая зверюка не сняла. Да нет, это кого-то он это. Завалено такое. Кого-то съели. Просто мне кажется. Что там? Там тоже комната, лезть туда. Не будем. Еще интересно. А там что? Там просто комната. У тебя бутылочка маленькая. А, там вот еще выход. Дай-ка какая. Вниз. Сейчас я попробую залезть сюда. Какая-то вон кастрюля или что это такое? Плохо же здесь и покопать не можно. Ну, тримай на телефон. Колянчик, аккуратно. Блин, это не кулей. Что это за кастрюля? Кастрюля, да? Ничего нет. Ничего нету? А, ну собачка вот лежит где-то. Нет, это лисица, видишь? Вот? Лиса сдохла. Не трогай. Причем она бубонная чума. Что-то жрала. Как она наверное, не могла нет, оттуда вылезти. Части. Лиса. Два Коляна тебе посвящу. Держи телефон. Да, очень интересно. Любомир ладно, с нами не полез. Животных. Остался на улице. Это, здесь. Наверное, дырки патроны подавать или что? Может быть, кстати. Наверное, какой-то оружейный склад здесь был. Вот бетона, конечно, и металла. Лезем наверх, друзья. О, подожди, а вот... Колян. Какая-то интересная вещь. Что там, Коль? А как туда попасть? Мы же там были только что. Не были мы там. Или то не там. Или были. Я так лезу одной рукой, друзья, одной взять? Рукой цепляюсь. Камера у меня.
Да я вылезу. Мы там не были, или были? Мы только что там были, Коля. Были-были. Партизаны, тра-та-та-та-та. А вот тоже, кстати, походу пулеметная рычага. Отсюда стреляли. Вели... А вот еще какой-то заход один. Вели прицельный огонь. О, тут еще есть продолжение, друзья. Что там, Колян? Или это с той стороны? Это бойница, чтоб... Не, ну бойницу, там еще один кабинетик. Это как дверь открывали, а там пулеметчик, походу, сидел. Да, бойница. Там, мы там не были, еще с той стороны можно зайти, там еще помещение может быть. Может быть. Посмотри. Смотрите, как дерево сохранилось. Вообще сухое такое, да? С той стороны еще надо. Мы оттуда залазили? Оттуда? Да, вылезли. Ну, это 100% подавали что-то оттуда снизу. И там тоже такая дырка. Да, тут еще должны быть такие, знаешь, станина такая специально для ружья. Сейчас снаружи еще его посмотрим. Короче, сооружение такое в лесу. Эх, видно, что постреляны, да? Эхо войны. Да, бетон, кстати, не постреленный. Может и не это. Колян, там не мамы находят. А, должен быть именно дверь большая, да? Дверь большая должна быть с той стороны где-то, мне кажется. Сейчас пойдем посмотрим. Что там, Колян, есть какая-то дверь? Ну, там есть еще одно окно, но оно такое, туда залазить плохо будет. Ага. Надо будет ползком лезть, я не думаю, что там. Ну, в общем, вот такая, друзья. Оправдывает она. Такая, друзья, история. Ладно, идем нам туда вот где-то, в ту сторону. Сейчас будем по этой дороге продвигаться. Идем искать Черняхов в разведку. Визуальная находка. Визуальная находочка. Не, так это шняга от плуга, мне кажется. Все. Идемте дальше, друзья. Иду к Андрюхе, друзья. У него есть первая находочка. По нужному нам периоду. Фибулу выкопал, говорит. Ага, спиночка. Ага. Штука, еще и вот проволока какая-то осталась от нее. Подожди, не фокусируется ничего. Ага, тут должна была быть эта иголка. Ну это ранее что-то. Держи, у меня там тоже сигнальчик есть. Сейчас. Сейчас пойдем посмотрим, я его выкопал. Ну вот вам и разведка, как бы. Вот вам и разведка. Сейчас глянем, что у меня тут. Сейчас я звук выключу, чтобы он не мешал съемке. Сейчас глянем, я тут тоже что-то выкопал. А у меня, друзья, проволочка. Заберем с собой, чтобы не мусорить. Вот вам, пожалуйста, фибула есть. Фибула есть. Сейчас будем этот бугорок обхаживать. В общем, смотрите, друзья. Друзья, ходим по такой вот траве. И уже будьте внимательны. Смотрите, уже есть клещи. Вот такая тварь по мне ползет. Сейчас будем от него избавляться. Где он? Андрюха, есть зажигалка? Давай спалим этого гаденыша. Такой клещара, капец. Толстый.
Надо сейчас себя обсмотреть. А у нас баллончика нету, пацаны. Уже надо брать баллончик. Вот так вот они сидят на палочке, на какой-то травинке, ждут, пока кто-то пройдет мимо. Сейчас мы его будем поджигать. Ходил, друзья, я вот там вот на выпасе. Трава там растет, клещей целая куча, блин, просто ужас. Перебрался в лес, вот в такой вот. Только зашел вот так вот с той стороны и вот так вот продвигаюсь по краю. Есть у меня находочка, в общем, сейчас вам покажу. Такая смешная. Я такого еще не находил никогда. Посмотрите, какая мосюпусенькая пряжечка черняховская. Просто крошка. Крохотусечка. Еще манюнька такая. Меньше ногтя на мизинце. Просто капец. Такая букашка. Какая-то детская была, видно. Маленьким детенышам ремни делали на штанишки. Класс. Где-то день я на подъезде. Только что по рации выходил на связь. Где-то, видно, в яму заехал. Скоро будет. Блин, ну, пряжечка, конечно, просто манюнька. Манюнечка. Да. Берем. Значит, надо тут ходить сейчас. Вот такой вот бугорок заприметил вот здесь вот. Сейчас вокруг этого бугорка покручусь. На него зайду. Тут вниз чуть пошло такая ложбинка. В общем, буду сейчас здесь шататься. Смотрите, друзья, я искать пошел. Подбираюсь я, друзья, к этому вот бугорочку. Есть у меня находочка. Смотрите. Вывалилась накладочка. Вот такая вот пришивная. Если бы мы копали скифов, я бы подумал, конечно, что это скифское что-то. Но мы копаем чернихов. Я по чернихам ничего подобного пока не находил. Мне это больше все равно все-таки к скифам похоже. По исполнению. Но может и у чернихов такое же было. А может у скифов когда-то взяли. Угу. В общем, вот такая вот вещь. Ничего на ней не изображено, но вещица интересная. Собаки какие-то гавкают, там охотники какие-то стреляют. Сезон уже закрыт. Что они шмаляют, не знаю. В общем, буду продвигаться вот так вот по вот этому вот холмочку. Вот сюда вообще шел, на вот этот бугорочек. В общем, в лесу хорошо так, тепленько. Солнышко выходит, заходит тучками. В общем, буду ходить. Буду ходить искать, хожу с Деусом. Ладно, друзья, идемте дальше. Друзья, смотрите прикол. Вот здесь вот сейчас возле вот этого вот дерева я выкопал накладочку. Заговорил про скифов. И вот вам, пожалуйста. Что-то меня терзают смутные сомнения. Неужели это скифская заколка в волосы? Как-то уж очень много совпадений. Смотрите. Ну, то, что это заколка в волосы, у меня сомнений нету. Но черних или это? Вот в чем вопрос. Почему-то мне кажется, что это все-таки скифы. Друзья, может быть, это скифы. Непонятно. Вот такая вот согнутая. Можно ее отдать. У меня есть хороший реставратор в Житомире, который бронзу реставрирует, Вадим. Спасибо ему огромное, он нам
заколочку скифскую отреставрировал. И это, по-моему, еще одна. Жаль, конечно, что она такая согнутая. Но это не я ее согнул. Она такая была. Ладно, друзья. Уже становится интересно. Берем находочку. И буду я сейчас здесь крутиться. Зацепился я все-таки за место. Сейчас будем здесь планомерно выхаживать. Смотрите, я пошел искать. Друзья, идем к машине. Хотим чего-то перекусить. Там Денька как раз приехал. По рации вызвал нас. Мы на одну волну настроились. Сейчас пойдем что-нибудь. Может, чайку кого-то попьем. Перекусим. В общем, лес интересный, что вам сказать. Зацепили здесь чуть-чуть с краю. Сильно далеко не ходили пока здесь. Пока только разведываем немножечко. Значит, я думаю, что стоит здесь походить более тщательно. Конечно, он такой немного, видите, есть подзаросший. Но можно как-то пробраться. С катушкой-блондинкой вообще идеально здесь ходить. Она маленькая, везде пролезет. Между всякими ветками, кустами. В общем, идем обедать. Хочется уже сделать какие-то предварительные выводы по несколько часов нашего копа. Значит, есть керамика. Керамика есть черняховская. Керамика есть хуторская. Тут, видно, хаты какие-то тоже стояли. Хуторщина была. И меня что-то терзают смутные сомнения, я вам хочу сказать, по поводу этой накладочки и этой заколочки. Мне почему-то кажется, что это все-таки скифоль. Нужно будет выставить на определение, хотя вот эта пришивная бляшечка, она может быть даже больше похожа на что-то ржавешное. Потому как у РЖВ тоже подобного плана были вещи. В общем, надо будет разобраться в этом всем. Потеплело. Сегодня 29 у нас февраля. Посмотрите, какая у нас зима. На улице, наверное, плюс 5, плюс 7. Тепло, классно. Единственный минус этого тепла, что повылазили клещи. Одного с себя я снял. Нужно быть внимательным. У Любомира в машине есть баллончик. Сейчас побрызгаемся, чтобы эти твари на нас не лезли. В общем, идем обедать. Поздороваемся с Денькой. И вернемся обратно в лес. Будем продолжать поиски. Дошел я уже до этого дзота, в который мы лазили. Тут бы, может быть, вокруг стоит тоже было походить. Может, пока зод копали, что-то выкопали, вывернули вместе с землей. Вот он, смотрите, эхо войны, друзья, эхо войны. Ладно, не переключайтесь, мы пообедаем и вернемся в лес. Пообедали мы, друзья, и вышли снова покопать. Это Денька там за деревом прячется. Есть у меня находочка. Смотрите, вот такая штука вывалилась. Не знаю, может, какой-то с петлицы лесника или что. Даже не знаю, что это такое. Честно говоря, не знаю. Кто знает, друзья, подсказывайте. Я такое вижу впервые. Вот такая вот штука. Интересно. Керамика тут есть, друзья. Так что надо ходить. Спускаемся ниже к реке. Там вот река дальше, метров 50, наверное, 70.
И я спускаюсь по этому склону, иду к реке. Пацаны говорят, что надо ближе к реке, там должно быть больше находок. Так что вот такое вот. Это денька. Отдыхает. Ладно, друзья. Деня, передавай привет. Всем привет, ставьте лайки. Красавчик. Идем, друзья, дальше копать. Смотрите. Иду, друзья, я сверху спустился немножко ниже. Там Деня где-то ходит. И есть у меня находка. Смотрите. Листву ногой сгреб. И вот вам, пожалуйста, черняхи. Спиночка с фибулы. Друзья, даже копать не пришлось. Так ее нашел пинпоинтером. Так что... Есть они тут, надо искать. Земля такая классная, чернозем. Сейчас Андрюхе скажу по рации. Андрюха, прием. Андрюха, я фибулу нашел, спинку. Я уже слышал. Все, всем сообщил. И сейчас я вот на вот этом... Значит, вот. Мы на правильном месте. Деня говорит, что мы на правильном месте. Сейчас я вот это вот плато вот так вот обследую равномерно между этими всеми деревьями, похожу. А туда уже вниз дальше очень пошел крутой спуск к реке. В общем, сейчас, друзья, я здесь похожу. Ладно, смотрите, я пошел искать. Кручусь я, друзья, на бугорочке. Вот там вот где-то я фибулку выкопал, по-моему, там или вот там вот. И смотрите... Есть еще одна, и все так сверху лежит. Вот даже копать не пришлось. Вот она, ну, глубина 5 сантиметров. Все сверху. Ну, такая ранняя-ранняя фибула. Прикольно. Где-то Денька там гребется ко мне. А, вон, слышу его. День, я здесь! Вот вам, друзья, пожалуйста, еще одна спиночка. Надо сейчас здесь тщательно походить. Сейчас походим здесь выше, ниже чуть-чуть, влево, вправо. Зацепились, хочется динариков каких-то. Сейчас будем здесь выхаживать. Смотрите, я пошел искать. Друзья, смотрите, какой здесь лес. Поваленный. И это не тунгусский метеорит здесь упал. Это просто его так пошатало ветром, наверное. Может, ураган какой-то был. Деревья повалило. И все так лежит и скрипит. Да. В общем, есть у меня еще одна находочка, смотрите. Друзья, и все сверху. Все сверху. Вообще. Смотрите, какая замечательная спиночка. Красота, да, и я так считаю, что красота, да. А где ж динарики? Что ж динариков нету, одни фибулы лезут и все. Красотулечка, забираем эту красоту, идем дальше искать. Смотрите. Друзья, докладываю обстановку. Значит, зашел я в лес, оттуда метров где-то 400, спустился ниже, прошел по низу, нашел там одну фибулу, прошел по низу вот так вот метров 400 в эту сторону, поднялся наверх, находок вообще никаких не было после последней фибулы крайней, и вот сейчас возвращаюсь назад, словил сигнальчик, и вот смотрите, что у нас опять какая-то иголка или заколка. Что-то уж больно мне это все скифов напоминает. Уж больно напоминает. Могу ошибаться, конечно. Но иголка черняховская, может быть. Находочка. Находочка. Сейчас буду вот так вот поверху
возвращаться. Похожу здесь, конечно, сейчас, где заколку нашел. Вот копал кто-то рядышком. В общем, похожу, поищу. Может, что-то будет. Вы все увидите, смотрите. Присел я, друзья, отдохнуть на бревнышко. Смотрю на лес, и знаете, что я себе думаю? Что еще, друзья, месяц, и вот это все зарастет такой травой, листвой, все зазеленеет, что тут вообще не похоже, что тут и так тяжело пройти. А зарастет, будет вообще хаща непролазная. Она толкнула меня на это все. Вот смотрите, уже распускаются листочки. Вот. Так что, друзья, недолго тут осталось. Месяц, и все будет зелененькое. Сейчас отдохну и буду вот этот вот бугорочек выхаживать. Хорошо в лесу сегодня, погодка такая замечательная, тепленько, солнышко. Так что мы еще немножко походим и будем скоро уже собираться домой. Перебираюсь я, друзья, с леса на поле. Наверх мне нужно подняться. Вот сюда вот. И там чекашное поле. Хочу вам речку Случ показать. Вот такая вот она. Речка Случ. Течение быстрое. Течение быстрое. Берега такие крутые. Я на горбочке сверху стою. Красота. Красота. Сейчас, друзья, поднимаюсь вот наверх и выхожу на поле чека. Там Любомир где-то ходит. Попробую по полю походить. Что-то в лесу вообще тишина, находок нету. Ладно, друзья, я пошел, смотрите. Друзья, вышел я на поле. Хожу вот по такому вот полю. Это Ромчик тут ходит с теркой. Блин, есть у меня находка. Сейчас вам покажу. Я ее искал, ну, минуты две, наверное. Смотрите. Блин, еле нашел. Это какое-то ушко, блин. Кусочек бронзовой какой-то херни. Блин, ну это просто кошмар. Вот представьте, какие... Какую мелочевку видит Деус. Какое-то ушко, я не знаю, от фибулы, от крестика. Просто кошмар. Минуту ее искал, минуту ковырялся пинпоинтером, не мог найти. Просто ужас. А Деус, блондиночка его выгребла, прикиньте. Так что, вот так вот. Не знаю, какое-то поле тоже тихое-тихое. Даже не знаю, что делать. Сейчас, наверное, буду так возвращаться обратно и вот там вот за этим бугром в лесу наша машина стоит. Буду, наверное, потихоньку идти к машине, в общем. Ладно, друзья, смотрите, если будут какие-то находочки по ходу пьесы, вы все увидите. Друзья, продвигаюсь я все по краю поля, иду к машине. Вот там вот за кустами машина наша стоит. И есть у меня находочка для хейтеров. Зацените. Хейтерская прибомбасина. Разыграем на нашем канале. Классная. Визуальная находка, друзья. О, тихое поле, в общем. Шутки шутками. Поле тихое. Находок нету. Сейчас вот этот бугорок еще пройдусь и иду к машине. Как-то грустно здесь, грустно.
Ну вот и все, друзья. Заканчивается на сегодня наша экспедиция. Прошелся я еще по полю. Дошел аж до самого начала ручья. Ручей тут начинается. Родничок. Видно, когда-то там воду набирали, потому что течет хорошая такая струя воды. В общем, хочется подвести итоги сегодняшнего выезда. Ехали мы в разведку поискать черняхи. Мы их нашли. Есть сопутка по этому периоду. Есть фибулы, проколки. Даже, по-моему, скифские. Даже не черняхи, даже, скорее всего, скифы, мне кажется. Нужно будет определять. В общем, иду к машине. Сейчас мы будем ужинать и будем потихонечку выдвигаться домой. Что в машине? О, Денька как раз вызывает меня. Да, День, иду к машине. Сейчас вот концовочку снимаю и иду. Рома, нету с тобой? Кого? Рома, Рома. Рома со мной рядышком тоже идет. А, окей, мы к машине идем. Деня тоже идет к машине, все уже начинаем сходиться. И будем, в общем, ужинать и ехать домой. Что еще хочется сказать? Нашли мы черняхи. Плохо, конечно, что нет динариков. Но я думаю, что возможно. Возможно, мы еще в этот лес вернемся. Хотя даже не знаю, он сейчас зарастет через месяц. И здесь уже будет не пройти. Скорее всего, будем по полям ездить. Может быть, осенью сюда заедем или зимой. Копали мы прошлые выходные с той стороны реки. И были там находки. А с этой нету. Хотя эта сторона правильнее. Она южная. И сюда постоянно светит солнце. В общем, покажу сейчас вам, что мне там удалось сегодня найти. Итак, друзья, находочки. Вот такая вот железная пряжечка, две заколки, проколки. Не знаю, мне кажется, что это волосы заколки. Может, даже по скифам. Но вот это вот, скорее всего, что волосы. Ее на шнурочке носили и закалывали волосы. Я так думаю себе. Потому что мы по скифам что-то подобное находили. Вполне возможно, что это скифы. Почему? Потому что вот эта вот еще пришивная бляшечка, скорее всего, к этому же периоду относится. Значит, дальше. Вот такая вот какая-то, не знаю, петлица. Что это такое? Скорее всего, лесника. Запчасть. Три фибулки нашел. Вот такая вот мусю-пусенькая. Мусю-пусенькая ременная пряжка. Вообще таких не находил мелких. Ну и всякие там пломбочка, колечки, сопутка. Ой, убежала. Вот так вот, друзья. В общем, вот такие вот находки, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, кто не подписан. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, будет еще разведочка. Так что оставайтесь с нами на канале, никуда не уходите. Всем удачи, друзья. Всем пока.